скрытой камерой. Да, да. Не очень скрытой камерой. Открытой. Давай. Ну давай, давай. Это моя мама. Мам, мы тебя не видим, мы тебя только слышим. Мы слышим. Да. Какой? Здравствуйте. Ой, что так громко? Привет. Привет. Нормально, нормально. Ну что? Загорело. Не-не. Там тут темно просто пока. А вы вдвоем? Да. Загорело уже. А? Это вообще нет. Мы... Фуршеты? Не, какие фуршеты? Нет, у нас тут чай, ряженка. Да, ой, как плохо-то. А что, сколько можно пить-то? Хватит уже. А Таня чего жует? Булку. Таня все время чего-то жует. Вот, видишь, бублик. Какая хорошая булка, красивая. Могу дать только... Как ты даже не пролезет через микрофон. Что вы пьете, ряженку, да? Хорошая ряженка, да? Да, вкусная очень. Не соленая. А кто вас угощает ряженкой? Нас угощает столовая ряженка. Правда? А вы в столовой сейчас вдвоем только сидите или все? Как я не поняла, вас двоих только ряженка. А если давай сначала праздник, а то сейчас я подниму, подожди. Я тебе просто покажу, теперь тебе. Вот. Нина Сергеевна, огромный вам привет, я Владимир Петрович, и рад и слушать. Ничего, все нормально, и все нормально, и мы вам передаем огромный из Одессы привет. Будьте нам здоровы, и у вас у вас замечательные ребята, и мы рады, что мы их видим, что мы с ними разговариваем, что мы с ними, ну, если не спорим, то, по крайней мере, как минимум общаемся на самые-самые... А у вас там это совещание будет еще сначала долго продолжаться? Вы имеете в виду по дням или сегодня? По дням. Как планировали, то есть это 9-го отбытие по местам, да? Если можно так сказать. А море вы видели? Море видели, но еще не ходили. Да, видели, но... Видели, но не ходили еще. Да, все ясно, еще не купали. А, интересно, вы где находитесь? Море от вас далеко? Блин. Нет. Метров 100, наверное. Не больше. Максимум. Это хорошо. Вот. Таня, у Тани очень большая кружка, она пьет, и не видно даже ее лица. Это говорит о гостеприимстве хозяев.